Традиционно в начале года мы принимаем решение на охрану рубежей нашей страны, государственных границ. Год назад мы конкретизировали направление работы нашего ведомства по охране государственных границ и усилению правопорядка на приграничной территории. Приняты все необходимые решения. Оптимизация, которую мы провели, особенно контрольных процедур на границе, позволила повысить эффективность белорусских пунктов пропуска. Практика показала, что отдельные функции пограничников в ряде случаев могут своими силами выполнять сотрудники нашей таможни. Это рациональный подход, и данную работу нужно продолжить. Пограничная политика направлена у нас не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства. И из этого мы, прежде всего, должны исходить. Не просто на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и вообще тех, кто к нам приезжает, а создавать зону благоприятную. В то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями. Особенно это важно накануне вторых европейских игр. Необходимо обеспечить законность и правопорядок, проявляя максимум внимания к туристам и гостям нашей страны. Наряду с отчетом я хотел, чтобы вы ответили на ряд актуальных вопросов. Насколько способны сегодня органы пограничной службы противостоять тем вызовам, которые вы видите и государство в целом видит. Вызовов стало больше, чем это было даже в прошлом году. Как вы эффективно здесь работаете? Во-вторых, какие меры будут осуществляться и уже осуществляются, и будут предприниматься в дальнейшем для того, чтобы обеспечить безопасность страны?